Режиссура. Режиссуре поставим крепкую семерочку. Режиссер заявляет о себе как автор нетривиальных комедий с драматическими оттенками, поэтому будем надеяться, что что-то интересное, может быть, даже в сотрудничестве с «Квартетом Мы» у него получится. Операторская работа очень приличная, да и вообще, мне кажется, с появлением дрона картинка стала сочнее, интереснее и разнообразнее. Главное им не увлекаться. Тут крепкая восьмерка. Эффекты, спецэффекты и монтаж. Ну, в общем-то, все гладенько, все прилизаненько и даже где-то покрашено так же, как в оригинале. Поэтому здесь не больше, чем 7. Музыкальное сопровождение. Ну, из ностальгии по своему детству здесь, наверное, 8. Актерская игра 9 из 10, потому что это было достаточно органично для того, чтобы оценить новые грани, особенно у того же Леонида Баратца, небезызвестного одессита, который вдруг из яркого представителя нетрадиционных меньшинств превратился в такого брутального мачо, как признаются создатели, в настоящее чмо. Вот. Ну а сценарию поставим 6. Почему? Потому что, в общем-то, многое не заиграло, и мне кажется, что когда все это приправлено спагетти-болоньезе и прочими равиоли, и на кухне разворачивается настоящая драма с настоящими всплесками итальянской страсти, а здесь у нас все приправлено этаким долгоиграющим пловом. Ну, в общем, это такое общее впечатление о сценарии. Ремейк есть ремейк. Лучше оригинала нет ничего. Ну, а мы будем ждать новых оригинальных идей, которые взрывают кинопространство по всему миру. И мы теперь точно уверены, это может произойти где угодно. Будем надеяться, что у нас. С вами «Что за кино?», с вами Дмитрий Олешко, с вами Green Jack Channel. До новых встреч, пока-пока.